Персональная выставка Анастасии Ижгиной-Тены «Тихие песни». Поехали. В тени монастыря большой Будда пагода Лагошин, а вот этот триптих. Сейчас отойду, чтобы его посмотрели полностью. Он называется «Слезы». Теперь крупнее, с деталями. Пейзаж, светлый день. Между небом и землей. Остров. Пробуждение. Волнистые попугайчики. Прятки. Сад орхидей. Неизвестная работа, но, возможно, это птица сирен. Тихие песни красного лета. А по-моему, это тоже триптих. Давайте-ка я вам попробую показать полностью. Видите перекличку работ? Слева и справа. Сад моего детства. Сны о России. Весна. Сумерки. Орхидеи. Натюрморт. Дом. Амиралис. Пейзаж. Сейчас мы еще пройдем на второй этаж. Там тоже есть несколько работ Анастасии Ижгиной-Тены. Середина лета. В арт-галерее Диас. Тихие
песни, персональная выставка Анастасии в галерее Диас. Побежали на второй этаж. Слушай, можно Шаталова сделать сейчас так же по сеянску? Под сенью дерева. На Шаталова? Пластыры. Охотник. Печать на холсте. Сирин. Я был прав. Птица Сирин. Ева. Гамаюн. Утро. Сон. Так, это не Настя на работе. Натюрморт с красным стулом. Ночь в саду. Теплое место. Это была выставка Анастасии из Генетены в галерее Диас.